1990 год, июнь месяц, мы начали строительство производственного корпуса издательства «Источник жизни». В течение 2 лет было закончено строительство, и в 1992 году мы в конце года начали производство книг. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. За 5 лет было выпущено сегодня более 20 миллионов общим тиражом и более 150 наименований книг, которые доставлены во все регионы бывшего Советского Союза, где они совершают евангельскую работу, рассказывая людям о любви Божией, укрепляя тех, кто уже знает Бога. И мы надеемся и верим, что именно эта работа сегодня должна развиваться. Программы телекомпании «Триангела» идут в Нижнем Новгороде с 1993 года. И они имели такой большой отклик среди зрителей. До 1000 писем в неделю приходило, столько много звонков. То есть стало ясно, что эти программы на телевидении очень необходимы людям. И было решено создать здесь студию, которая могла бы записывать программы на русском языке, которые бы каждый день могли выходить в эфир. И благодарность Господу. Раньше эти программы записывались в простой пасторской комнате, на простую совершенно любительскую камеру. А сейчас мы имеем прекрасную телевизионную студию, оснащенную всем самым необходимым оборудованием. Записываем в самых лучших форматах, которые подходят и для центрального телевидения. Последняя должность в моей партийной карьере – это была должность второго секретаря Нижегородского городского комитета партии. Вот хотелось бы об этом более подробно поговорить. Может возникнуть такой вопрос, вот что это за перемена? То есть человек был партийным руководителем, и сейчас он обратился к Богу и отдал этому свою жизнь. Вот нет, что тут такое? Это было разочарование в коммунизме? Или же как-то вот попытка приспособиться к новым условиям? Ну, в некоторых случаях мне эти вопросы задают более резко. Но я могу сказать, что коммунистическая идея, она до сих пор мне нравится. То есть с точки зрения человека, то есть это, в моем понимании, это наиболее такой плодотворный и яркий документ человеческого творения. Но почему он не реализовывается и не реализовывался в жизнь, несмотря, как говорится, на его хорошее содержание, и не будет реализован, как не будут реализованы другие документы? Потому что во всем этом отсутствует Бог. Вот я пришел к этому окончательному убеждению, что когда в любом нашем деле отсутствует Бог, то мы все время будем приходить к одному и тому же результату, который не будет нас удовлетворять. Мы благодарны очень Господу за то, что Он так благословляет нашу церковь, нашу телекомпанию. И самая большая радость – это когда люди отзываются на наши программы, пишут. И мы сейчас получаем очень много разных писем, звонков на наши программы. И столько людей пришло к Господу, познало Господа, нашло успокоение для своей души через телевидение, что я думаю, что это очень необходимое служение сейчас. И, слава Богу, сейчас в Нижнем Новгороде, в Ивановской, Владимирской и Чебоксарах идут наши программы каждый день.
и имеет отклик большой у зрителей. Кроме того, наши программы идут сейчас уже в 23 городах России. И еще в 19 городах России эти программы, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы программы шли в эфире. Вы знаете, это делается усилиями просто простых рядовых членов. Даже вот был такой случай, написала нам одна бабушка из деревни Верейка Воронежской области. Наша сестра, она там одна, кажется, в этой деревне, но в деревне есть свое телевидение. И она услышала в адвентийском вестнике, прочитала статью о нашей телекомпании, где мы предлагаем свои программы. Она написала, и мы с удовольствием послали ей кассету с нашими программами. Бабушка отнесла эту кассету на телевидение, и сейчас в этой деревне люди слушают весть о Господе. И то же самое можно сделать в каждом городе и в каждой деревне, где есть какое-то телевидение. Программы берут и на эфирном телевидении, и на метровых, дециметровых, на кабельных каналах. И слава Господу за то, что Он нам дает такую возможность проповедовать о Нем через телевидение вот, на разных каналах. Отдав замерзшим горсть тепла, но никогда не высохнет родник огня. Его покавлю в каждый дом, и от него сегодня свечи мы зажжем. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианской радиостанции «Голос надежды». Сегодня мы вновь обратимся к Слову Божьему. Что собой сегодня представляет христианский радиотелецентр «Голос надежды»? Во-первых, это радиопередачи «Голоса надежды», которые звучат на канале «Радио России». Мы также надеемся, что в самое ближайшее время радиопередачи «Голоса надежды» будут звучать на христианско-культурном канале в Москве, Самаре и Новосибирске. Это получасовые ежедневные программы. Мы надеемся, что круг наших слушателей резко возрастет. Христианский радиотелецентр «Голос надежды» — это и телепрограммы, которые транслируются более чем в 50 городах, районах и областях бывшего Советского Союза. Это программы, которые представляют собой проповеди духовно-нравственного характера, так необходимые сегодня людям, чтобы узнать, что же Библия говорит о нашем прошлом, о нашем настоящем, о нашем будущем. Что это за странное облако? Оно кажется более ярким и круглым, чем другие облака на небе. Кто-то увидит его, наблюдая за приземляющимся самолетом, а кто-то другой, мечтательно обратив свой взор к небесам, просто из любопытства задумается, что это за странное облако? Но вскоре их глаза широко раскроются от удивления. Им покажется, да, и в самом деле, оно движется и растет. Оно стремительно приближается к планете Земля. Начнем с того, что посмотрим на предметы обстановки еврейской скинии собрания. В ее переднем помещении, называемом «святым», золотой жертвенник курения стоял прямо напротив завесы. В-третьих, христианский радиотелецентр – это заочная библейская школа «Новая жизнь». Более 100 тысяч учащихся, которые поступили в нашу школу. Более 30 тысяч из них сегодня уже закончили заочную библейскую школу и получили диплом об окончании. Хочу выразить ваш адрес огромную благодарность. Из меланхолика, помышлявшего о самоубийстве, я начал превращаться в жизнелюбивого оптимиста с любовью. Учительница на уроке спросила, кто из вас хочет читать Библию? И тогда она записала на доске индекс вашей передачи. Попал я служить вертолетной эскадрилью. Меня определили в штаб в качестве кодировщика. Часто слушаю вашу христианскую передачу эти по радио 1. Не были для меня напрасны. Мне во многом помогают эти я передачи. Я отдала свое сердце Иисусу. Я задумок. Получил ваше письмо с ответом на ложное учение. Благодаря вашим урокам и тому, что вы прислали мой адрес в Пензу, я теперь тоже член церкви адвентистов седьмого дня. Я думаю, что не случайно при строительстве и создании радиотелецентра название дали ему «Голос надежды», потому что в наше нелегкое время
Нужно, чтобы звучал чей-то голос, вселяющий надежду. Нужно, чтобы люди нашли утешение, ободрение, нашли поддержку. Ведь кругом так много проблем, так много вопросов и так много трудностей. В Библии, в Господе есть надежда. Поэтому пусть звучит и впредь голос надежды. Даже такие мощные средства массовой информации, как книгоиздательство, телевидение и радиовещание, не могут вполне удовлетворить жажду живого общения со Словом Божьим и людьми, проповедующими Его. Поэтому во все концы страны едут евангелисты. Прощение, силу характера и личную жизнь. На родине Ленина, в городе Ульяновске, я оказался не случайно. Дело в том, что когда мы просматривали списки тех людей, которые учились у нас в заочной библейской школе «Новая жизнь», оказалось, что более 600 из них из Ульяновска. И выбирая место для проведения евангельской программы, мы остановились на городе Ульяновске, чтобы провести встречи с теми, кто учился, и вообще с горожанами, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. Несколько лет назад мы вместе со Христом радовались, видя, как тысячи жаждущих слова людей спешат на проповеди Марка Финли в Москве и Джона Картера в Нижнем Новгороде. Это был настоящий прорыв, победоносное шествие Евангелия по стране, еще вчера закрытой для него. Сегодня эту эстафету принимают сотни наших соотечественников. Это братья, а иногда и сестры, которым церковь поручила ответственное служение проповеди. Они называют себя евангелистами. На мой взгляд, евангелист – это тот, который испытывает боль в сердце, когда он видит мимо идущего человека, не знающего Христа, и который желает, ну, все силы приложить, все возможности, которые ему Господь дает, для того, чтобы этого человека познакомить со Христом. На евангельской программе в городе Новоуральске у нас было очень много интересных встреч. И пришли очень интересные люди на эту программу. И однажды Бог поставил нас в очень серьезную ситуацию, когда мы увидели вдруг в зале священнослужителя православной церкви. Бог послал нам Вениамина Ивановича, руководителя нашей конференции, одного из руководителей. И я ему так сказала: «Знаешь, Вениамин, у меня очень важная тема, пожалуйста, сам разбирайся с ним». Я вышла на сцену и вижу, что священник успокоился, и у него в руках Библия. Я подумала, как хорошо. Человек, который держит Библию, он не будет выкрикивать, он не будет нарушать спокойствие, он не будет нарушать присутствие Духа Святого. Я видела, как он листал Библию вслед за тем, как я называла тексты, как он обращался с какими-то вопросами к Вениамину Ивановичу. И я видела, как Дух Святой ему отвечал. То есть он получал ответы на те вопросы, которые у него возникали. И уже в самом конце программы я вышла тоже и сказала, что мы попросим выйти священника вашей местной церкви на сцену и сказать несколько слов о том, понравилось ли ему то, что он здесь слышал. Он вышел на сцену, открыл рот, и мне показалось, что он что-то другое хочет произнести. Но он сказал: «Благословляю. То, что здесь вы изучаете Библию, вы делаете дело Божье, и я благословляю вас на него». Вот так мы получили благословение местного священника. Надо признать, что все труднее собирать большую аудиторию на евангельские кампании. Как же сделать их настолько интересными, чтобы человеку хотелось прийти еще и еще? Может быть так, как сделали это супруги Придоляк в станице Вешенская на родине Шолохова. Казаки всегда были народом вольным, самостоятельным. Каждый евангельский вечер начинался с песен, которые исполняют, кто бы вы думали, сами слушатели. Мои гости, я вам песен поспою, да ой, ой, калилей, я вам песен поспою, да я вам песен поспою, про слурбецу просвою, да ой, ой, калилей, про слурбецу просвою, да как 3 года мы служили, ни о чем мы не тужили, лечить молитвой.
что говорить. Значит, первое, я хочу сказать, что для тех людей, кто имеет живую веру в Бога и живую связь с Богом, не имеет никакого значения ни порча, ни зла, ни нагрубое. Кто из участников торжества мог бы предположить, какая огромная работа была проведена, чтобы сегодняшние встречи могли состояться? Что пожилая супружеская пара приехала сюда, чтобы здесь, в казачьей вольнице, можно было собираться и изучать Слово Божие. Как мы решились? Просто у нас был такой случай в церкви, когда одна женщина с Казанки приехала, у нас посетила. Мы хотели узнать, ей очень понравилось, мы говорим, ну сейчас узнаем у пастора, где ближайшее, где вы можете побывать, если тебе понравилось, то ходи, Женя. Мы подошли, они говорят, у нас тут пустыня. Пустыня нету, от Миллерова до Воронежа никого нет. Я говорю, а что ж это так? Они говорят, ну да никого послать, так получается. И тогда нас с Александром Игоревичем пошлите. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. Я сказал, вот я, пошли меня. Так отвечают сегодня многие христиане. Независимо от возраста, они уезжают из родных мест, чтобы выполнять служение миссионеров-добровольцев. Скажите, вы когда-нибудь слышали слово «миссионер»? Нет. Я тоже не сталкивался. Ну, вообще слышал, но я думаю, что миссионер – это человек, который приехал, ну, из родных мест куда-то, ну и пропагандирует какую-то свою идею. А нужны миссионеры в России? Ну, а почему бы нет? Россия – свободная страна, пускай будут. Нам они не мешают. В какой области, может быть, с чем у вас ассоциируется это слово? С кем или с чем? С наукой, с религией. Ну и прочая деятельность, благотворительность. Вот, миссионер в этой области. Спасибо. Скажите, а по-вашему, миссионеры в России нужны? Они всегда нужны. Раньше нужны, сейчас и в будущем. Это люди более-менее активные, которым нуждается общество. Я думаю, что это обязанность каждого христианина – нести весть. А как вы считаете? Мне кажется, это само служение сердца. И на сегодняшний день у нас в области 8 миссионеров. Находили помещение, договаривались об аренде, брали в руки литературу, которую можно было продавать. Шли из дома в дом, распространяли литературу и предлагали людям начать обучение по урокам «Новая жизнь». Ребята в Гагарине, сегодня у нас работает там 3 миссионера. Немного раньше они получали продукты в виде там, пастор пересылал мешок капусты, свеклы, картошки. Ну, жили очень бедно. И когда я посещал их, то они решали, в какой магазин пойти, где хлеб подешевле. Так жили. Теперь в Гагарине растет и развивается церковь. А ребята совершают служение уже в другом месте. Они организуют вечера для своих ровесников. И молодежь приходит, потому что вопросы поднимаются злободневные. Потому что там не просто вот философствуется, но тут же будет показано, как это все проистекает. Здесь просто в нашей стране был принят закон об искусственном прерывании беременности, разрешающий аборты под покровительством государства, в государственных больницах и на государственные средства. Познакомившись ближе с этими людьми, мы поняли, что миссионер – это не какой-то особенный человек, готовый ради того, во что верит, оставить все. Нет, это обычные люди, которые живут и трудятся для Иисуса. А еще они умеют мечтать. Мы хотим сделать небольшой центр, куда бы подростки могли бы позвонить, чтобы решить свои проблемы. Ну, у каждого есть проблемы там, с семьей и так далее. И чтобы они могли к нам в этот центр звонить, где бы могли найти утешение, прийти и, естественно, под эгидой христианства уже это все сделать, конечно. Беспризорные дети.
это незаживающая рана нашего общества. Сколько преступлений, несчастных случаев и даже самоубийств можно было бы избежать, если открыть юному, мечущемуся сердцу путь к небесному Отцу. Но как это сделать, если для него Отец – это пьяный угар и боль от тяжелого кулака или ботинка? И тогда этот спокойный мальчик, от которого слова громкого, вот такого крика никогда я не слышала, он закричал: «А я не верю в Бога! Я не верю в Бога! Чего ты мне про Бога сразу начинаешь говорить?» Я говорю: «Олег, ты, говорю, не кричи, пожалуйста. Я говорю, Господь любит тебя, Он хочет, чтобы ты бросил пить, бросил клей нюхать. Не верю ни в какого Бога, Он жестокий». Я говорю: «Бог не жестокий, Он любит тебя, пойми». «Да, любит Он меня. Если бы Бог меня любил, Он бы убил моего отца». Оля встретила Олега на улице, в компании детей, многих из которых не назовешь и подростками. Они росли, скитались по подвалам, нюхая клей. Давно были знакомы с сигаретой и бутылкой. Оля подружилась с ними, пригласила в свой дом, обогрела, накормила. Как помочь им, не знала, но решила твердо: «Не брошу». Потому и записалась в клуб анонимных алкоголиков, где оказывают поддержку не только самим больным, но и обучают, как вести себя их родным и близким. Оля и ее подруга Катя и стали самыми близкими людьми для брошенных ребят. И мы приехали, познакомились с его родителями, алкоголики пьют. И когда мы зашли вот в эту атмосферу, вот в эту квартиру, в эту комнату, в общежитие, вот этот смрад, грязь, пепел, пролитая брашка, вот этот вот угар, вот страшно просто в комнате находиться, и там находятся дети. Я думала, что он тут же забудет о Боге, он тут же забудет все, что мы ему говорили. И тут он подбегает, берет за руку, говорит: «Пойдем, я тебе что-то покажу». Я говорю: «Ну, пошли». И мы заходим на кухню. Страшная обстановка. На стене висит ужасный плакат. И он показывает: «Посмотри, это я сам нарисовал». Я когда посмотрела вверх, вот над всем вот этим смрадом, над всей этой грязью, сел маленький тетрадный листочек с картинкой из библейской истории. И крупным детским почерком посреди этого листочка было написано: «Помни, Иисус всегда поможет тебе». И этот ребенок стал меняться на глазах. Мне настолько было радостно смотреть вот на это сияющее личико, что вот у него такая вот надежда в сердце загорелась у этого ожесточенного ребенка. И он стал молиться. Он научился молиться своими словами Иисусу за пищу. Он молился перед сном за своих родителей, за своих сестренок, братика, чтобы они бросили нюхать клей. И он стал рассказывать ребятам: «Пойдемте на собрание, пойдемте в церковь». И я сейчас вспоминаю, как он ждал субботу. Суббота для него был такой день радостный. Он прибегал и спрашивал: «Оля, сегодня суббота?» Я говорю: «Нет, еще сегодня вторник». Он прибегал через 2-3 дня. «Когда будет суббота?» С такой радостью шел на богослужение, здоровался за ручку со всеми нашими братьями. Для него такая-то радость была. Ходил на репетиции хора, везде. Сейчас Олег находится в спецшколе. Его изолировали за бродяжничество. Он и там рисует Иисуса, солнце и людей, встречающих Спасителя. Рассказывает воспитателю о Христе. Мы с Олей, набрав фруктов и печенье, отправились навестить его. Съемки проводить нам в спецшколе не разрешили. Но Олега мы все же увидели. На вопрос, какая у него самая большая мечта, он ответил: «Выйти отсюда быстрее». «Дорогой Олежка, это обязательно произойдет. Только ты не сдавайся. Иисус не оставит тебя. Помни, тот тетрадный листок в углу в паутине, в сигаретном дыму и твои слова на нем». Эти слова участия несут наши братья и сестры детям, подобным Олегу, в Архангельске и Нижнем Новгороде. Послушайте меня, если вы хотите, ведь это ребенок еще грудной, ему нужно молочко пить. Как же вы разберете, чем кормить будете? Хотите, я все... Собирая материал для этого фильма, мы увидели столько людей, молодых и не совсем молодых,
которые отдают свое время и силы другим. У них хватает мудрости и терпения найти подход и к ребенку из спецшколы, и к пожилому человеку, живущему светлым прошлым и мрачным сегодняшним днем. Недуги, болезни, воспоминания, ради чего приходят эти люди в дома престарелых. Дочки вы наши, да, милые наши. Они с нами к нам относятся очень хорошо. Каждое слово ты имеешь право спросить их, они разъяснят, они достанут тебе литературу. Вот. Я просто считаю, что это необходимые люди, необходимые. Они знают, что у нас много прикованных людей к постели. Они непременно каждый раз идут сначала к ним, помогают им, выполняют их просьбы, перевернут. Душу вы хотите нашу ловить? Вы хотите нам рассказать, что Бог придет? Глупости вы говорите. А вы можете предположить, что это делается от сердца? Ради любви. Сердце и любовь. Сказочки вы будете рассказывать младшего возраста детям. А старикам это непонятно. Это только за денежки вы ходите. И немалые. Сколько людей, спасибо, столько и мнений. Каждый волен думать, как он хочет. Но вряд ли стоит убеждать кого-то в своем бескорыстии. Лучше просто идти и делать. Делать то, что тебе по силам. Делать, когда слышишь призыв Христа. Идите и научите. Чтоб мой светильник не погас. Наши братья и сестры в разных городах посещают больницы, разносят литературу по палатам. Мы с христианской библиотекой хотите представить книгу? Читаем, вот я читаю. Исцеление. Молится вместе с теми, кто ищет этой поддержки, оставляя вместе с книгой надежду на исцеление. Ты, Господи, оставайся здесь и пребывай, Господи, с этими людьми, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал нашу молитву. Спасибо. Господь благословит. Подобные библиотеки христианской литературы действуют в Архангельске, Челябинске, Туле, Нижнем Новгороде и, наверное, во многих населенных пунктах, куда мы просто не сумели добраться. Ну, о тех местах, которые мы посетили, не можем не сказать. Наркомания и алкоголизм сегодня – беда матерей, жен, всего общества, мимо которой никогда не пройдет истинный христианин. Решил мою проблему. Я пришла в эту группу. Здесь я нашла спасение, успокоение и хороших, верных друзей. Чтобы помочь людям избавиться от порочной зависимости, церковь сегодня использует различные возможности. Одна из них – группы анонимных алкоголиков. Меня зовут Виктор. Сюда я попал по проблеме алкоголизма. Большой питейный стаж, больше 25 лет я пил. Я уже дошел, ну, я считаю, до своего дна, потому что у меня уже был момент, когда я хотел покончить с жизнью. И когда я увидел программу, увидел, значит, в ней выход, знаете, во мне что-то, ну, сразу во мне проснулось. Потому что я сразу понял, что выход есть. Меня зовут Нелли. Привет, Нелли. Привет. Я член церкви, пришла сюда за проблемы сына-алкоголика. Привет, меня зовут Виктор. Привет, Виктор. Здравствуйте, меня зовут Оля. Привет, Оля. Сейчас мы находимся у здания наркологического диспансера, где мы также знакомим пациентов с программой «12 шагов», чтобы
выйдя отсюда, ребята могли заниматься в группах самопомощи, помогая себе и другим выбраться из этого болота наркомании. Здесь сейчас работает Володя, тот, кто всю эту проблему знает изнутри. И вместе с ним мы работаем над тем, чтобы создать группу «Анонимные наркоманы». Он работает санитаром в отделении и практически живет здесь. Помощь, которая здесь оказывается больным, она недостаточна. Программа «12 шагов» она дает возможность человеку для дальнейшего духовного роста на протяжении всей его жизни. Это становится способом жизни человека. Он может научиться решать свои проблемы и не только жить без наркотиков, но и быть счастливым в этой жизни, несмотря на все трудности и проблемы, которые у него есть. А сейчас просто у меня мать, ну, 4 месяца из-за меня в больнице лежала. Ну, всех довела, кого могла. Что могла, то проколола. Да я и мать довел, и дед в больнице лежит у меня, и только из-за меня уже все, нервы сдали, ну всю семью. Начался путь с того, что я сам был наркоманом. Если мы будем говорить, что наркоман – это болезнь вечная, благодаря Богу, благодаря Господу Богу, значит, я освободился от этой болезни. Именно в местах лишения свободы я пришел к Богу. И у меня была мысль именно, как жить дальше на свободе. То есть нужно такое общество, где я мог бы увидеть своих же таких же, скажем, людей, переболевших эту проблему, вместе с ними жить, переживать это и помогать друг другу, не колоться, чтобы оставаться без греха жить. Володя верующий человек. Если я также поверю, начну читать Библию, то, конечно, у меня есть надежда, что я вылезу из этой ямы навсегда. На месте этих ребят может завтра оказаться мой сын, друг, брат. Можно ли оставаться равнодушным сейчас? Поэтому Господь использует все возможные пути, чтобы достучаться до человеческого сердца, обратить его на близкое и доступное всем спасение. Одним из важнейших средств евангельской проповеди является книга. Но выпустить ее еще полдела. Как сделать, чтобы она нашла своего читателя? Этим и занимаются в церкви книжные центры. Весть должна прозвучать не только через проповеди, евангельские кампании, различные духовные мероприятия, но и через книги. Так как это не мой проповедник. Когда человек покупает книгу, возможно, она может быть у него, она и лежит некоторое время, но впоследствии эта книга, она совершает свою работу, свое дело. Тоже делаете бизнес? Не, почему? Это мы дело больше делаем. Вот я не считаю, что это вечный. Это один из самых лучших работ для Бога. Это то, что надо для того, чтобы спасать людей. Приехав несколько лет назад из далекой Кубы на учебу, Эдуардо не предполагал, что Россия станет ему второй родиной. Ты крестился где? Здесь уже в России? Да, я крестился в Воронеже. Для тех, которые хотят работать в литературном евангелистом, я советую, что этого не каждый день получается много. Это по-разному. Иногда приходится много ходить. 2-3 часа. Но не... Говорит, да? Да, говорит. Но не надо поддаваться. Иногда люди, которые входят 2-3 часа, говорят, ой, уже все. И бросают все. Не получается ничего. Надо ходить. Все равно Господь дарует победу. Все равно придет время, которое дальше в один момент все покупаю. В мусульманской Кабардино-Балкарии работал почтальоном молодой парень Аслан. Всем сердцем приняв весть о Христе, он не мог молчать, и зачастую встреча с людьми по работе была поводом поделиться с ними любовью Иисуса. Конечно, он знал, что не всегда будет понят правильно. Даже, ну, было разное, пару раз даже вот так чуть-чуть подбивали. Один раз мулла подошел ко мне. Это как бы раввин по-нашему, в мечети, который работает, управляет там, ну, учит народ мусульманским. Он подошел,
вы, говорит, праведнее нас живете, говорит, вы, ну, честные, честные люди, говорит. Вот так он поблагодарил как-то, слава Богу за это. Ему также дал этот путь ко Христу на кабардинском языке, он прочитал, там верно, говорит, все написано, все честно, говорит. Передо мной лежат две книги. Это одна и та же книга. Называется «Путь ко Христу». Здесь на русском языке. Здесь на кабардинском языке. Я имел счастье переводить эту книгу. То есть здесь, в этой книге, я считаю, что все необходимое для восстановления вот этих отношений с Богом. Настоящих отношений. Аралих Михальч, Адашапам и Кухичуцев, Шапкам, Икохам, Ятопсар, Аль-Масихи Хаджам, Ихавнафуатхам и Гужаур, Хисас, Шаба, Гужаужази, Опихатлякушич. То, что мы делаем, направлено на то, чтобы улучшить быт семьи, укрепить семью и также представить лучшие методы для сохранения здоровья. Что мы сделали для этого? Мы напечатали 20 тысяч бланков, в которых перечисляется перечень соответствующей литературы о здоровом образе жизни, а также литература о семье. Мы вручили каждому члену церкви определенное количество, и они распространили по всему городу. И здесь в конце написано, куда люди должны обратиться и в какие дни. Номер телефона. И, соответственно, в эти дни наши члены церкви организовали дежурство. И если кто-то звонит по телефону, они знакомятся и, соответственно, заказывают литературу. Очень часто наши члены церкви по месту работы или по месту жительства, распространяя их, тут же получают заказы. И приходят, и, соответственно, берут литературу и доставляют им на дом. Например, одна сестра недавно заказала на 500 тысяч таких книг. То есть такие книги пользуются успехом. Истина, которую Бог открыл в своей церкви, привлекает сегодня множество людей. Они с интересом исследуют библейские пророчества, книги Даниила и Откровения. Кто такие два свидетеля, стоящие перед Богом, которых убили, но они потом воскресли? В Библии написано: имеющий ухо слышать, да слышит, что говорит Дух Святой. А как проповедовать тем, кто лишен дара слуха и речи? Но Христос находит в Своей Церкви посвященных Ему людей, наделяя их великим терпением, мужеством, трудолюбием, нелицемерной любовью. Они отдают себя, чтобы донести до самого сердца истину надежды и утешения. Трудно даже представить, как тяжело этим людям в нашем и без того непростом мире. И никто не осудил бы их, если служение Богу они ограничили бы только своим присутствием в церкви. Но сердцу христианина, даже глухонемого, тесно в клетке груди, оно ищет способ поделиться драгоценным даром, жаждет служения, служения тому, кто открывает глаза и отверзает уши. И здесь не может быть преградой даже отсутствие речи. Thank you.
История, которую мы расскажем, просто уникальна. Произошла она в Магнитогорске. И отправимся мы с вами сейчас не в больницу и не в дом престарелых, а в обычный, нет, в необычный, продовольственный магазин. Скажите, а есть особенность какая-то в этом магазине или нет? Ну, особенность, но приветливые продавцы, потом мне привычно. Ассортимент меня вполне почти устраивает. Побольше молочного, все. А вас не удивляет то, что здесь нет табачных изделий и алкогольных напитков? Вы знаете, у меня муж не курит, и поэтому я как-то к этому отношусь ровно, не обращая даже внимания. Да, есть люди, которых не волнует, есть ли в продаже алкоголь или табак. Но всем известно, что прибыль во всех маленьких или больших пунктах продажи идет в основном за счет именно этой продукции. Заведующий магазином номер 35 не было безразлично, что она предлагает приобрести покупателям. Я пришла в такой магазин, что в магазине очень много было нарушений, кражи, продажи спиртных напитков в рабочее время, проведение всех вот этих мероприятий со спиртными напитками. И мне тогда не хотелось работать этим товаром. Я пришла в коллектив, собрала собрание и сказала, что... девочки, что как руководитель я не буду больше торговать спиртными, но я не хочу оказывать давление как руководитель, чтобы не говорили, что я вас это пугаю. Я даю право выбора. Если вы на двух условиях, я буду работать, если вы меня любите как руководитель, уважаете и хотите со мной работать, то давайте будем без спиртного, я буду молиться. А если вы не будете спиртные торговать, решите, значит, сразу я вам даю неделю времени, вы себе найдите того руководителя, кто будет с вами работать и со спиртным будет связан. И я не обижусь на вас, и я просто найду себе другую работу, где вот это я не буду видеть. У коллектива изменилось полностью отношение. Вы что, кто это затеял? Мы не хотим, чтобы в нашем магазине были и пьянки, и воровали наш магазин. Мы хотим, чтобы этот магазин был чистый. И вы знаете, для продавцов чудо было. В этот момент, когда у нас была заработная плата маленькая, заработная плата стала подниматься. И так резко, что они были довольны этой зарплатой. Про этот магазин и необычную заведующую написали в местной газете. А Любовь Владимировна рассказывала сотрудникам о Господе. Они сами даже молиться стали в начале рабочего дня. Некоторые приходили в храм на служение. Руководителем магазина интересовались... Говорю, Люб, как ты выживаешь? Я говорю, мне только Господь помогает. Я порой сама удивляюсь. И, конечно же, проповедовать Евангелие может каждый на своем рабочем месте. Будь то магазин или детский садик. Татьяна Ивановна работает в Ижевске воспитателем. Сослуживцы знали, что она адвентистка. Но никто не спрашивал у нее о Боге. А самой все было как-то неловко навязывать свою веру. Да и говорить-то красиво вроде бы не умела. Так и работала. Честно, скромно, добросовестно. Пока не вызвала ее заведующая и не сделала выговор. Ты, значит, Библию читаешь, а нам не говоришь ничего. Давай рассказывай. С тех пор и говорит. Да не просто рассказывает, а проводит библейские уроки со всем коллективом. Исход. Книга Исход. 20 глава. Это Ветхий Завет. Несмотря на то, что вот в мире нас окружает вот такой хаос, какая-то вражда, может быть, ненависть, у нас же вот действительно какое-то спокойствие. И благодаря тому, что, может быть, вот мы... старались во всяком случае раз в неделю собирались вот наши, как можно сказать, это церковь или нет, но во всяком случае мы собирались, и нам читал пастор, да, проповеди, Татьяна Ивановна его заменяла, вот, ну и молились, конечно же. Апостол Павел писал: «Во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах,
изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в великодушии, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицании и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны, мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Великое поручение Христа «Идите и научите все народы» остается в силе для Церкви Божьей и сегодня. В России много не вспаханной вечным Евангелием земли. Из глубины веков доносится голос Божий: «Кого мне послать?» И ответом каждого посвященного христианина должны быть слова: «Вот я, пошли меня».